тяжелые игры видели, достаточно тяжелая серия, как бы все старались, все бились в каждой игре до конца, где-то которые игры мы проиграли, наверное, больше сами, чем соперник, поэтому все красавцы, хочется парней поблагодарить за отдачу, поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали, как в Уфе, здесь полный стадион, полный аншлаг был. Так как и в Магнитогорске такое чувство было, что мы дома играли. Всем огромное спасибо. Это был небольшой шажок. Дальше мы будем стараться еще больше. На старте серии дважды уступили в овертайме, но вот сумели потом эту традицию неприятную переломить. Где нашли в себе силы, что изменили? Ну, опять же, это не скрытые резервы, это, наверное, желание. Когда ты очень хочешь победить, где-то приходится переламывать, где-то перерабатывать, где-то переступать через себя, где-то через болячки, через боль. Неприятный эпизод в овертайме. Как себя чувствуете? Да нормально чувствую. Че, это плей-офф. Все бывает, надо выходить, играть дальше. Как самочувствие сейчас у команды? Как она готова? Ну, сейчас у нас есть время немножко отдохнуть, подготовиться. Сейчас... Да нормально все.